Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 8, урок 32. Пользуясь таблицей мер времени, выполни действие. А. 1 час 14 минут прибавить 3 часа 56 минут равно 1 час плюс 3 часа равно 4 часа. 14 минут плюс 56 минут – это 70 минут. 70 минут – это 1 час и 10 минут. Добавляем данный час 10 минут к 4 часам и получаем 5 часов 10 минут. Пример Б. 4 часа 32 минуты отнять 2 часа 42 минуты. У 4 часов берем 1 час, который равен 60 минут, и добавляем его к 32 минутам. Получаем то же самое значение, представленное в таком виде. 3 часа 92 минуты. Для удобства вычисления. 3 часа отнять 2 часа. Получается 1 час. 92 минуты отнять 42 минуты. Получаем 50 минут. Ответ. 1 час 50 минут. В. 16 часов 23 минуты. Прибавить 12 часов 37 минут равно 16 часов и 12 часов – это 28 часов. 23 минуты и 37 минут – это 60 минут. Так как 60 минут – это 1 час, то 28 часов и еще 1 час получается 29 часов. В одних сутках – 24 часа. Следовательно, 29 часов – это одни сутки, 24 часа, да еще 5 часов. Пример Г. 36 минут 15 секунд отнять 14 минут 48 секунд. 36 минут 15 секунд представляем, как 35 минут. Берем единицу, переведем в секунды. А в одной минуте 60 секунд. Получаем 15 секунд, 75 секунд. 35 минут, отнять 14 минут, мы получим 21 минуту. 75 секунд, отнять 48 секунд, мы получим 27 секунд. Итого 21 минута, 27 секунд. Получаем в примере Г. У вас ли вопросы? Оставьте комментарии под видео.